Дорогие мои зрители, сегодняшнее видео посвящено тем, кто имеет очень деликатную проблему запоры или склонность к запорам. Поскольку мы знаем, что кишечник – это наше все, что кишечник отвечает за наше здоровье, атмосфера в кишечнике, то есть микрофлора, отвечает за наш иммунитет, то мы должны заботиться прежде всего о том, чтобы в кишечнике было чисто. То есть, чтобы кишечник регулярно освобождался от завалов, от отходов, от залежей. Называйте как хотите, но ваш кишечник должен быть чистым. Для этого он должен регулярно освобождаться от ненужного. Что значит регулярно? Это значит, что утром, каждое утро с 5 до 7 утра, это время активности кишечника. Вы должны просыпаться от желания сходить в туалет по-большому. Если у вас этого нет, значит считайте, что ваш кишечник не очень хорошо справляется со своими обязанностями. В идеале ваш кишечник должен несколько раз в день попросить вас сходить в туалет по-большому. Но я понимаю, что до идеала очень многим далеко, тем более тем, кто сегодня смотрит это видео. Поэтому первой целью должно быть хотя бы ежеутреннее упражнение кишечника. Что делать, чтобы поход в туалет утренний был естественным, и чтобы это происходило очень быстро, и не приходилось подолгу сидеть на унитазе в ожидании чуда. Итак, 10 утренних упражнений для активизации перистальтики кишечника. Поехали! 5 упражнений мы выполним стоя и 5 упражнений лежа. Первые 5 упражнений, которые выполняются стоя, они очень простые, они очень известные, они банальные до безумия, и вы, конечно же, их знаете. Итак, но прежде чем мы начнем их выполнять, вам нужно немножечко порастягиваться. Представьте, что вы встали утром с постели, растяните в разные стороны все ваши глубокие мышцы вот такими растягивающими движениями в разные стороны, вверх и вниз, чтобы косточки захрустели, чтобы кровь заиграла. Вот так вот, порастягиваемся. И далее приступаем к упражнению. Первое упражнение – это наклоны вперед и назад. Очень просто. Наклоняясь назад, но не очень сильно, чтобы не повредить поясницу, мы локти разводим в стороны, прогибаемся и затем плавненько опускаемся вниз, при этом локти сводим вместе. Снова прогибаемся назад и опять наклоняемся вниз, сводя локти. Давайте покажу вам еще вид сбоку, чтобы вы лучше поняли. Наклон назад и вперед. Делайте медленно, плавно. Не торопитесь. Чувствуйте каждую мышцу. Как напрягаются мышцы живота. Как напрягаются мышцы спины. Округлите спину. Вот таким образом поделайте раз 10 вот такое упражнение. Второе упражнение еще более простое. Наклоны в стороны. Всем вам известное упражнение. Плавно наклоняемся в разные стороны и растягиваем боковые мышцы. При этом руки помогают туловищу растягиваться влево и вправо. Влево и вправо. Делайте все упражнения мягко и плавно. Не нужно резких движений, тем более это с утра. Можете даже включить какую-то плавную, медленную музыку и делать упражнение раз 10 под эту музыку. И следом третье упражнение – скрутки. Руки перед грудью, можно сцепить в замок. Поворачиваем туловище в разные стороны, но при этом голова остается на своем месте. Смотрю строго на вас. Бедра и голова на своем месте –
Выворачивается только верхняя часть корпуса. Вот таким образом. Животик не поворачивается. Поворачивается только верхняя часть корпуса. Поделайте раз в 8 такие скрутки и переходите плавно к скруткам всем корпусом. То есть теперь у вас поворачивается и живот, и голова. Вот таким образом. В разные стороны поворачивается полностью весь корпус. Вместе с животом и головой. Вот это упражнение делайте как можно более медленно. Чувствуйте каждую мышцу вашего тела, как мышцы растягиваются. Вам не нужно здесь ускоряться. Здесь главное почувствовать натяжение мышц. Ведь вы понимаете, что вместе с растяжением мышц растягивается кишечник. Итак, мы сделали третье упражнение скрутки и переходим к четвертому упражнению в положении стоя восьмерки. Представьте, что через ваше тело проходит такой вертикальный столб. Вот он у вас из головы через все туловище. И вам нужно делать восьмерки вокруг этого столба. То есть центральная часть тела остается неподвижной, а двигаются левая и правая части, выполняя восьмерку вокруг этого столба. Причем мы делаем восьмерку всем туловищем, включая плечевой пояс, включая тазобедренные и ноги. То есть все тело выполняет восьмерку. Вы можете даже помогать себе руками. Вот таким образом. И здесь как раз очень хорошо подойдет такая плавная, медленная музыка. Это такой своеобразный танец. Танец-восьмерка. Итак, четвертое упражнение восьмерка закончено. И переходим к пятому упражнению. Две пиалы. Представьте, что у вас в руках находятся две пиалы с чаем. Вам нужно делать вращение руками таким образом, чтобы чай из пиал не разлился. Выглядит это вот так. Это только кажется, что работают руки. На самом деле здесь задействованы все мышцы тела, абсолютно все. Это упражнение, по сути, является уникальным. Оно направлено на проработку всех мышц тела. Но делать его нужно с предварительной разминкой и разогревом. В противном случае это упражнение будет доставлять вам дискомфорт, неудобство, а может быть даже и боль. Поэтому желательно сделать очень хорошую разминку на все группы мышц, прежде чем вы начнете делать это упражнение. Давайте покажу еще, как это выглядит сбоку. То есть ваши ладони находятся все время повернутыми к потолку, чтобы из пиалы не разлился чай. Делать его, конечно же, тоже нужно медленно. Обратите внимание на ваш живот, когда вы выполняете это упражнение. Ваш живот совершает самые разнообразные движения. Мышцы то напрягаются, то расслабляются. Представляете, как кишечник себя чувствует, когда на него со всех сторон действуют вот такие мышечные напряжения. Итак, 5 упражнений стоя мы закончили, теперь переходим к упражнениям лежа. Мы с вами уже делали скрутки стоя, теперь будем делать скрутки лежа. Коленочки согнуты, животик неподвижен, опускаем колени поочередно в левую и в правую сторону. При этом таз стараемся держать прижатым к полу, чтобы вот все напряжение было вот в этой области, в области кишечника. То есть максимально коленочки вниз до пола,
стараемся таз, я понимаю, что он все равно будет приподниматься, но вы стараетесь его держать максимально приближенным к полу. И вот таким образом делаем скруточки. Тоже раз 10, а может быть даже и больше, если у вас будет получаться. Будет очень хорошо поделать вот такое упражнение на скрутке. Следующее упражнение – это всем известный велосипед. Даже не заостряя на нем особенно много внимания, потому что вы все его прекрасно знаете, вы все его делаете, но именно в этом комплексе он играет свою положительную роль. Поэтому уделите ему, этому упражнению, как можно больше внимания в этом вашем утреннем комплексе. Следующее упражнение называется «Клубочек». Коленочки подтягиваем к животу, обхватываем их руками и начинаем делать перекатывающие движения на спине. Вот такие. Упражнение делаем на животе. Можно делать его с руками вытянутыми вдоль туловища, а можно руки вывести вперед, как вам удобнее. Мне удобнее вдоль туловища. Что мы делаем? Мы поднимаем верхнюю часть корпуса и ноги. Опускаем. Поднимаем. Опускаем. Поднимаем, опускаем. И так раз 10. И, наконец, мы подошли к последнему упражнению утреннего комплекса. Это самое смешное, самое прикольное упражнение. И я думаю, что оно вам понравится больше всего. Сложитесь на спину, сгибайте ноги в коленях, чуть приподнимайте туловище, приподнимайте ноги в коленях, и начинаете просто смеяться. Если вы думаете, что засмеяться в таком положении довольно тяжело, не найдя причины для смеха, то вы ошибаетесь. Именно в таком положении смех приходит самым естественным образом. Это упражнение помогает не только запустить хорошую перистальтику кишечника с утра, но и разбудить вас, если вы еще не проснулись, и поднять вам настроение на весь предстоящий день. Вот такой нехитрый комплекс из 10 упражнений для усиления перистальтики кишечника. Всего доброго, друзья! Надолго не прощаюсь. Ваша Баячья.